Привет, друзья! Вы на канале Минимакс. Сегодня мы играем в Лего. Лего Worlds. Мы продолжаем исследовать Лего миры и сегодня отправимся в новый мир. Ну что, адская машина, пора полететь отсюда, да? На, держи золотые блоки, хотел? Супер! Воу-воу-воу-воу, что происходит? Чё, взбодрился так? Хорошо, сейчас полетим. Ракета поможет вам покорить новые миры. Вернитесь к ней, как только решите отправиться на поиски приключений. Хорошо, дядя. Стройка без ограничений. Стройка без ограничений дает доступ ко всем инструментам сразу. Опытным игрокам будет удобно видеть инструменты на единой панели. Стройка без ограничений дает новые возможности и позволяет размещать детали более точно. Хорошо, хорошо. Да это все понятно. Главное собрать здесь все, что забыли. Ну, то есть, чтобы ничего не забыть. Ладно, вроде все, нужно забираться. Эй, машина, пусти меня, пожалуйста. Машина, хватит там вилять антеннами, пусти меня, пожалуйста. Ну, о, спасибо. Готов? Ой, доступны небольшие миры. Получается, помимо больших миров, на которые желательно побывать, есть и много маленьких. Чтобы отыскать новый мир в вашей галактике, нажмите кнопку «Найти случайный мир». Разнообразию миров нет предела, и каждый из них уникален. Щелкайте по кнопке, пока не подберете мир себе по вкусу. Ладно, пощелкаем. О, зимняя. Хочу. Отлично. Улетаем отсюда. Это скучный какой-то был мирок. О, сколько звезд. Да. Так, вот теперь нас ждет зимний мир. Интересно, смогу я стать Дедом Морозом? Выпускаем любопытных белок. Да, эти любопытные белки все найдут. Ага, опа, приземляемся. Я вижу, куда нам надо. Плавной нам посадочке. Аккуратнее, опа, какое все белое! Хочу, 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 сейчас я тут хочу. Вау, сколько сразу всего доступного. Кажется, я одет не по погоде. Где у вас тут красная шуба, а? Йо-хо-хо, а не, йо-хо-хо, это пираты. Хоу-хоу-хоу. Как же тут много всего интересного. Хочу. Тебя, снеговик, хочу. И тебя хочу. Так, надо не забыть скопировать все. Эй, ты кто? А ну стой, стой, кто идет? Пингвин? Персонажи, которые захотят получить один из ваших предметов. В обмен вы можете получить что-нибудь потрясающее или просто банан. Идти ли на такой риск, решать только вам. Лично я обожаю бананы. Да погоди с бананами, ты видел такую штуку? Ты видел вообще эту штуку? Хочу, кошмар хочу. Ты кто такой, отойди? Отойди, мое теперь. Ой, отойди, прошу тебя. О, сейчас я повезу подарки детишкам. Ну или себе, неважно. Да отойди ты, я больше на Деда Мороза похож. Смотри, как могу. Хоу-хоу-хоу, похож? Да, похож. Полетели! Эй, олени! Олени! Осторожнее, олени. Я Дедом Морозом только первый день. О, класс. Ох, прокачусь. Что это? Шар. Воздушный шар. Хочу воздушный шар. Тебе же он не нужен, можно я заберу? О, что это? Торговать. Торговка разыскивает по всей Я хочу воздушный шар, я не хочу торговать. Какие-либо товары.
иногда довольно редкие и всегда дорогие. Ее воздушный шар можно заметить ночью. У нее может быть то, что вам нужно. Я не хочу, товар, я хочу летать. Так, пингвин, стой, что тебе там надо было? Тебе, если что-то дать, то ты мне что-то дашь. То есть обмен. Но не факт, что выгодный обмен. Так, где там мой воздушный шар? Я же его скопировал. Где воздушный шар? И пингвина не могу найти. Хочу сделать пингвина. Где он? Находки всякие. Так, пингвин от меня что-то хотел. Этой штуки я тоже найти не могу. Да отойди ты. Ладно, что же это было за штука? Где мне ее найти? Эх, ладно. Так, тут снежок вовсюду. Можно тут пробежаться, тут замок классный, там мой дом, наверное. Ох, весело тут у вас. Останусь надолго. Кустик, ты что тут растешь? Тут же снег вокруг. Ладно, опа, пингвин, стой. Стой, не убегай, не убегай. Да уйди, пожалуйста. Пингвин. Какой же ты шустрый, стой. Задание, вам придется искать различные предметы. Чаще всего их можно найти неподалеку, но бывает и так, что за ними придется лететь в другой мир. Не волнуйтесь, персонаж дождется вас. Лететь в другой мир? Ничего себе, как много надо искать. Не-не-не, не хочу. Так, цветок, какой-то ты странный. Тут снег повсюду, а ты растешь. Так, а тут что? Это ракета. Я же отсюда пришел, понятно. Но ракета мне не нужна. Не хочу я никуда лететь. Какая у меня красивая ракета. Ракета, конечно, красивая, но эта елочка тоже. Хочу, все хочу. А у вас тут гостеприимно. Я прилетел, а мне тут сразу поставили тут всякие чашечки. О, домики. Эй, хоу-хоу-хоу, а я Дед Мороз. А вот только не в шубе и с черной бородой, уж простите. Какой есть? Так, сколько тут у вас всего красивого. Я это все хочу. А можно это будет мой район? Мои домики, моя елочка. Классно, останусь тут, наверное, жить. Но потом. Что тут еще интересного в этом мире? А на этом на сегодня все, друзья. Сегодня мы побывали Дедом Морозом. Конечно, у нас не было шубы или белой бороды, но зато сани какие классные. Обязательно подписывайтесь на наш канал, друзья. Спасибо, что играете с нами, и пока.